Хотите приготовить апельсиновый алкогольный напиток к Новому году? Вот вам рецепт от Франко. Нам понадобится обычная водка, здесь у нас пол-литра, и апельсиновый сироп. Тот самый, который у нас остался после приготовления засахаренных апельсиновых долек. Ссылка на этот рецепт будет в описании. Очень просто готовится. В любой посуде смешиваем апельсиновый сироп и водку. Франко берет в пропорции 50 на 50. То есть равное количество сиропа и водки. Перемешаем. Осталось только перелить этот напиток в бутылку, в которой вы будете хранить его. Этот напиток очень хорошо пить охлажденным, поэтому храните в холодильнике, пожалуйста. Вот и все. Апельсиновый алкогольный напиток к Новому году готов. Веселого вам Нового года! Спасибо вам за вашу поддержку, за подписку, за ваши комментарии. Я всегда внимательно их читаю и стараюсь по возможности ответить.